Я сыграю то, что прям очень сильно любят мои подписчики. Они прям вот хотят это слушать и слушать. Поэтому твоя аудитория, надеюсь, это зайдет. Так, поехали. Можешь сыграть? Да, могу. Давай. Так, а чем сыграть вам? Да что хочешь. Фига себе. Офигенно! Чем занимаетесь? Да вот сидим, пытаемся найти что-нибудь веселое, попадаются только члены и какие-нибудь турки. Члены? Слушай, ни разу здесь еще не встретил члена. Ну, видимо, тебе повезло, все члены нам попадались. А, ну, я думаю, вы не против? Ну, на самом деле как-то... Но не здесь. Ладно. Я понял. Че, может, что-нибудь сыграть вам такое? Сыграй, если очень хорошо будет слышно и терпимо, как говорится. Вот круто. А вот так сможете на укулеле? Come on. Я вас знаю, блядь! Давай я скрин сделаю. Блядь! Привет! Привет, зачем ты меня переключила? Некрасиво так было. Я тебя не переключала, у меня телефон, мне позвонили. Серьезно, какие плохие люди позвонили в такой момент? Ну видишь, вот. Я снова здесь. Может, я что-то еще тогда сыграю, чтобы... Давай.
она знакомая, но я не понимаю, что это. Джордж Майкл это. Бля, вот сейчас я просто охуею, походу. Не. Тут я, короче, просто понял, что ебаное днище, понял, вот где-то в этом моменте. То, что ты обожаешь сосать хуй, я понял. Я говорил, что не могу слышать. Я говорил, куда ты будешь укладывать. Сейчас, девчонки, я просто вот так вот сделаю, и типа, ну, вы типа поймете. Я не знал, а как канал называется? Это просто жесть. Играть. Не занимайся этой хуйней. Иди, блядь, развивайся, помогу. Не сиди здесь, хуйней не занимайся. Давай. Давай, братан. Ты просто маньяк, братан. Ты просто ебешь в рот любого, кто говорит, что я гитарист.
Смотри, говорит, сомбреро. Какая у тебя сомбреро, брат? Дай поносить. Нихуя он ебал. Давай, стой, мы готовы, давай. Давай, у тебя ногти длинные. Давайте, пацаны, каждого обнимаю. Давайте, давай, счастливо. Красава. Давай, спасибо. Этих русских так легко удивить. Hello. Hello. Buenos noches, señores y señores. Buenos días, señorita. Pablo español. Я. Я матерли головка от хуя, блин, нахуя. Не надо материться. Не надо, почему не надо, мексикана мама. Такой милый. Thank you.
Как раз только вчера разучил Prodigy. Сейчас послушай. Давай, предположим так, чтобы, ну, тема такая была грустненькая. Тебя бросила жена, и ты недавно в ДТП сломал ногу и разбил машину, и вот тебе надо подобрать музыку, да, вот эту грустненькую, чтобы вот так вот прям было, да? Давай? Давай, души будет. Ну, по кайфу. Тебя зовут? Кого? Тебе. Меня? Оля. Тогда это для тебя Оля. Короче, вот тебе мой подарок для тебя и твоих подписчиков. Ничего себе, давай, если будет прикольное что-то интересное. Thank you.
Еба, мужик, это просто охуенно. Эта песня War is War как-то... War is love. Можете сыграть что-нибудь на гитаре? Я сам немного играю. Круто, это не то, что круто, это отвал. Бро, я в машине, но хлопать тебе буду стоя. Спасибо, спасибо, спасибо. Ложка творога за вас. Офигеть.
Считай, что вот он играть вообще не умеет, если смотреть Сань, на вас. Сань, да, я знаю. Играть-то, может, и не умеет, зато похож на Майкла Джексона до операции, смотри как. Это реально, это божественно, это настолько круто, я даже не знаю, как это описать. Это реально самый высший уровень, который я видел в своей жизни.